Hello, people. Вот религия. Монетизированная, так сказать. Я заметила, здесь баптистские церкви просто, не знаю, бабло-баблище. Представляете, как это уверовать надо? Играет красивое озеленение, боже мой, какие цветы красивые, надо стырить веточку для моих украшений, думаю, Бог не будет против. Красота. Да, я не можу його відірвати. Вот так я взяла. Кстати, всякие такие цветочки, очень красивые, которые, они, как правило, всегда ядовитые. Потому что все хотят их, на них похищаются всегда на красивые. Все на это посягают, хотят эгоистично владеть красотой. Вот, потому красавицы, красавцы зачастую защищаются колючие. Растения ядовитые. Насекомые кусючие тоже ядовитые. Кто как может, так и защищается. Я не знаю, тут, по-моему, учатся. Это church, школа или нет? Security. Меня сейчас отсюда не нагонят. Слушайте, тут очень красиво. Вон колонна. Можно идти по той дорожке, дуришке. Что это за билдинг? A building. Вот так. Гляньте, как красивенько. Вау. Когда люди ходят, хотят жить как люди, они строят как люди. Они ухаживают как люди. Ой, там внутри рояль. Класс. Вот я люблю такие красивые места. Вот я живу с индусами. Они тоже религиозные. То ли им насрать, как они живут. Ай, там вон детский уголочек, столики, стульчики. Боже, как это все красиво. Это место, где подъезжают автомобили. Здесь посадка. А для людей лавочка, если вдруг кто-то утомился. Кто это? Джон Элдер.
Джозе, Джоне, Джейн, 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 господи боже мой, позорище. Я вообще забила на английский, это очень плохо для меня. Я не могу с собой договориться, не могу, не хочу, не знаю, как это назвать правильно. Не буду я идти здесь. Стадиончик красивенький. Можно на него, наверное, пойти и глянуть. Коль я в церкви, наверное, про это хочу поговорить. А может, не про это. О, какой крутой стадион. Сегодня чудная погода и облака. Хотя было очень белый, сейчас очень жарко. Посмотрите, вот какое покрытие на стадионе. Это же натуральное. Это натуральная травка. Стрекозки летают. Никто его не колупает, никто его ничего с ним не делает. Все за этим следят, чтобы было все в порядке, потому что это для них. И вот я живу с индусами. А я не знаю, для чего люди едут в другую страну, убегая из своей под каким-то предлогом. Бедность, хочется другой жизни, особенно от этой вот а-ля американской мечты. Приезжая в то место, где эта мечта, они с собой привозят себя, свою срач, свою лень, свою бедность, потому что бедность, я повторяюсь, она живет в головах, она не имеет никакого отношения к финансам. Финансы — это уже как следствие. Причина, вот причинно-следственные связи, почему-то людям даются сложно. Бедность, она живет в голове. Сейчас в управление наш жилищный комплекс взяла компания. Ну, я думаю, что у компании название Кришна, то гадалки не будем идти. Кто управляющая компания? Я вам должна сказать, в комплексе, наш комплекс, я не знаю, кто им управлял до Кришны, я даже в него пришла жить, потому что мне этот комплекс понравился. А он мне понравился тем, что там чисто, тем, что там хорошие бассейны. Сейчас в бассейнах жабы квакают. Бассейны зеленые, заплесневелые, грязные. Но они это обосновывают ремонтом. Юрики очень внимательно на меня смотрел. О!
очень красиво здесь. Очень красиво здесь. Чистота идеальная, секьюрити за всем следит. Сама забудова дуже гарна. Фонтан, блин. Красиво. И вот к тому, что вот те там верующие живут, они там себе Хари Кришна, Хари Рама. А все равно они притащили с собой из Индии свою неопрятность. Живут на куче говна, живут в грязи, все их устраивает. Мне очень нравится то, что они между собой такие вот какие-то коммуникация, у них такая крепкая комьюнити, эти дети. Но я заметила, что блин, вот мне как-то и не хочется обобщать, но из того, что я вижу, то ли там мало грамотных, хотя вот эти, которые выдрались из Индии, я не знаю, как из Индии выехать в Штаты, сложно, нет, по грин-карты, как они это делают, ну явно нелегалами. Хер его знает, а может и нелегалами. Я не знаю как. В основном они работают онлайн какими-то там техническими работниками. Сын мне сказал, что это самый дешевый труд в IT-типосфере, ну и в сервисной, в консалтинговой IT-сфере. Я не знаю, что там. Я вот не изучала, не разговаривала. Я наблюдаю. Вот живу и вот наблюдаю. Ну вот то, что они приехали и притащили с собой грязюку, это однозначно. Они лентяи, я заметила. Где ели, там и кинули. Где пили, там и кинули. Зато перед дверью в квартиру они разуваются. У них обувь стоит вся в подъезде. Не знаю почему. Детей они тоже интересно как-то так водятся с детьми. Вот у меня семья, которую я вижу с двух сторон, у них дети. У них дети плачут, и они вместо того, чтобы их бавить, как-то разговаривать. Дитё кричит, грудничок. И родственник кричит, как потерпевший. Он думает, если он его перекрикивает, то тот перестанет кричать. Вот эта позиция, это вот глубокая глупость, мне даже... Ну, тут не надо объяснять, что это, ну, вот глупость человеческая, что он не умеет общаться с детьми. Нормальный человек не будет перекрикивать ребенка. Ладно, там один раз там он где-то заплакал, он такой, сымитировал, бе-бе-бе там, типа, покривлялся шутки ради. Нет, это регулярно. Ребенок орет, и он орет. Потом дети, когда играются, я очень часто слышу, дети кричат, знаете, каким криком? Каким-то таким истошным, истерическим. Это в детских играх он так себя проявляет. И этот гортанный, истерический вопль... Так кричат двое детей. Я их по голосам узнаю. Они орут капец. И самое интересное, что это как-то всем подходит, это норма.
Я не буду изучать индусов. Я просто чуток не понимаю. Вот всякие цветные приезжают. Ну, все сюда едут, в эту страну. Я не знаю, что они сюда едут. У каждого свои мотивы. Но каждый с собой притаскивает свое. Блин, вышло и ветер задул. Каждый притаскивает свое. Я раньше долго не могла понять, зачем вот, например, русские в свое время приезжали в Украину, а в 2014 году, когда Кремль начал раскачивать в Украине всевозможные события, ну, которые он благополучно раскачал, вот я не могла понять, прежде всего, чужих людей не знаю, а знаю тех людей, с которыми я общаюсь, типа как свои. Вот у меня друзья в Крыму, они приехали, по-моему, в 7 класс к нам. Я была в 7 классе, и мой одноклассник приехал. И, кстати, его вас наши, вы Саша Пак, вы все поприезжали, ребята, из Средней Азии. А, ну вы не из России. Вы азиаты. Ну, ваши родители русские. Ну, я не знаю, кто где там, как. Хотя тетя Люся где-то с Алтайского края. У меня один вопрос. Вот вы приехали. А зачем вы приехали в Украину, чтобы потом хотеть Россию? Вот у меня одна непонятка. Вот просто одна непонятка, на которую я хочу найти ответ. Вы приехали в Крым, который был украинский, законодательно. Я не трогаю геополитику. Это все равно, что, знаете, жила семья, женатые были. Потом они расстались, и каждый переженился уже на других семьях. А муж все лезет в семью той своей первой жены, с которой он давно развелся. Она вышла замуж за другого, а он все лезет, как им жить, как ее топтать, понимаете? А потом еще и начинает говорить, вообще-то эта баба моя, и хер с ним. Ну и все вот в этом роде. И все поддерживают, все хлопают в ладоши. Всем все подходит. Вот вы перлись, чего вы не сидели, вот чего вам не сиделось там, вот в той России, которая была Россия. Нет, вы приехали в Украину, начали хотеть Украину. Сюда тоже поприезжали. Риторика та же, телевизор не выключен. Какие там у них каналы, хер его знает, я ж не знаю, я ж каналы не смотрю. Так это не только русские так. Индусы приехали, привезли с собой Индию. Азиаты приехали, я не знаю, наверное, тоже привезли с собой свою Азию сюда. Я от нее как бы не страдаю. А вот. Почему так? Не знаю. Почему вы дома не построили свой мир? Там, где твоя культура. Не надо никуда ехать, ничего с собой тащить. Живете дома. Состоитесь дома. Постройте себе свой дом. Дома себе условия. Ну, хер его знает. А по поводу страхов... По поводу страхов тоже, наверное, скажу. Вообще у меня канал не политический, вообще. Я не хочу говорить за других людей. Я говорю здесь о себе. Вот абсолютно о себе.
о своих чувствах, там, как это у меня, как я это думаю. Поэтому я все узагальнюю. Да, да, я такая. Так вот о страхах. Вы знаете, нельзя говорить, что типа все молчат от того, что боятся. Начнем с того и закончим этим, что нас воспитывают с рождения, наверное, и используют как рычаг страх. Вот церковь, да, сзади меня вторая баптистская церковь. Религия построенная любая, любая религия построена на богобоязни. И именно на богобоязни, больше ни на чем. Что-то ты не так сделаешь, побойся Бога. Что-то там еще что-то, тебя Бог накажет. Тебя настигнет Божья кара. То есть и все тебя где-то настигнет. Человек не думает, он не воспитан так, что я этого, например, делать не буду или буду милосердным, но потому что... Ну, потому что мне хочется быть просто милосердным, не от того, что меня что-то накажет. А у нас я очень хорошо слышу, о чем говорят люди. Помню, школа, жду Марусеньку с танцев у нас дома в Киеве на Левобережке. Я сижу, пока Маня танцует, ее жду на лавочке, как всегда занимаюсь каналом. Ну, не этим, у меня есть другой канал. У меня много каналов, но каким-то каналом занимаюсь. Кто-то, вот я слышу, что кто-то вышел, пошаркал ногами по порогу школы. Слышу, струя бьет. Писает кто-то, и я слышу, что это кто-то писает. Выходит опять кто-то и говорит: «Вовочка, что ты делаешь? Сейчас тебя увидит охранник, внимание, и будет тебе капец, тебя накажут». Вот какое объяснение у мамы. Выйдет охранник и тебя накажет. Мама ни разу не заикнулась, что сыночка... Писают и какают вообще люди цивилизованные в туалете. Почему не на улице? Ну, вот не знаю. У меня даже тоже как-то нет ответа, почему с порога школы не надо писать. Ну, наверное, потому что мочой будет пахнуть. Не все любят запах мочи. Уж я так точно не люблю. Вот почему, когда ребенок напудерит штаны, мама ему не говорит, что секьюрити. Вот он мог же шуписаться в школе. Чего он не пришел в школе, в школьный туалет, до меня это загадка. Если он напудерит штаны, интересно, что мама скажет, секьюрити увидит? Или что она ему скажет? Ты, бычок здоровый, насал в штаны, ба-бя-бя-бя-бя. Вот почему люди молчат или врут. Они боятся быть осужденными, непонятыми, не такими, как все. Хотят создать видимость, что они лучше. Ну, я, может, еще что-то забываю, но вот это все мотивы, это не страх какой-то расправы. Не. Но страх расправы, оно имеет место быть. Люди боятся бедности, люди боятся быть голодными, потому они жирные нажираются, пережираются. То есть, на все есть, вот, ну, на все есть
причины вот, вот этих вот страхов, обманов, а особенно вот это вот страх бояться быть не такими, как все, непонятыми, казаться лучше. Вы знаете, я могу вам сказать с полной ответственностью, что многие правильно и делают, что боятся высказаться. Потому что так внешне глянешь, нормальные люди, сука, как рот откроет, так думаю, лучше бы ты его и не открывал. И тут дело не в том, что его покарают. Вот вы говорите, что все имеют право на исправление, на реабилитацию, или как сказать. Согласна, имеют право, но в большинстве своем опять же, я же рассуждаю только о своем мире, который вижу я, в котором я нахожусь. Потому что мы все выбираем себе социальную среду, которая подходит нам, в которой мы себя кайфово чувствуем, где мы поняты, где нам не надо изображать из себя лучшее, где нам не надо... Может быть, а может быть наоборот, где мы можем выебнуться, где это пролезет, где ты будешь королем. Ну вот в моем мире, в котором я живу, в котором я выбрала, он у меня очень немногочисленный. Ну вот реально мало кто чего боится. А если чего-то боятся, они об этом говорят. Они это обсуждают. Не боятся всего, но страхи, они тоже могут быть уместными и неуместными. Нет, наверное, не так. Не неуместные и неуместные. Обоснованные или необоснованные. Но вот почему-то мы никто не боимся розеток. Потому что мы научились этим пользоваться. Мы не боимся многих очень опасных вещей. Потому что мы научились этим пользоваться. Я вот опять же повторюсь. Причинно-следственные связи. И как только у тебя в голове все аккурат складывается именно по причинно-следственным. Ух ты, блин, я куда-то иду неправильно. То у тебя нет повода чего-то бояться. Знаете, люди ведут себя часто по-дурацки, разговаривают по-дурацки. О, спасибо. Спасибо. Вот. А что значит по-дурацки? Ну вот, например, начинаем мы разговаривать, что-то обсуждать. Вот даже мой блог. Заходят люди, несут такую пургу, так у меня даже миллиона нету. Залетные заскочили, херни написали. И убежали, ярлыков навешали, обвинили, диагноз поставили. Если жить в цивилизованном обществе, никто себе не может позволить, но опять я говорю о том, о котором я знаю, цивилизованном, в полном смысле этого слова. Никто, ну, прежде чем что-то говорить, нужно думать, как сказать и применить каждое слово. Потому что если идет речь о цивилизованной стране, там же ж бляха-муха, за неправильно сказанное слово и осудить могут. Поэтому люди думают, о чем они говорят. Ой, это опять страх. Страх?
потери, может быть, свободы, либо какого-то штрафа административного. То есть, что за неправильное действие ты получишь по хребту. Прикольно же? Прикольно. И мы привыкаем со временем быть корректными. То есть это потом становится культурой. Мы забываем, что мы на самом деле могли бы похабалить, но нам за это по шляпе надают. И вот так вот шаг за шагом мы типа становимся культурными, сострадальными, сердобольными. Хотя, если отпустить все вот эти ограничения, я уверена, что будет такое рубилово. Повторюсь в очередной раз, что Мавроди в книге «Сны Люцифера» уж, по-моему, лучше, чем он, никто лучше не написал. Что если дать человеку волю, он будет такое творить, вытворять, даже будучи уже привыкшим жить в каких-то рамках общепринятых социума, он обязательно из них вынырнет, выскользнет. Ну вот если он будет знать, что все пройдет ему безнаказанно. А то, что в себе воспитывать людянесть, это да. Чтоб не было вот этого вот хаоса и насилия, нужно в себе воспитывать вот эти качества. Вот. И я считаю, кстати, если говорить обо мне, кто-то вот... Возьмем, в пример, Украину за вот это скотское отношение. Желают того же, что происходит у нас. Так я скажу, что те, кто осудил его, их за это желание, пожелание, знаете, не стоит. Потому что я вроде бы как им смерти и не пожелала, но вообще-то на самом деле мы все смертны. Мы все умрем. Если кто-то не знает, я открываю большую тайну. Мы все умрем. Вот. Так вот, я наоборот не желаю никому смерти. Я вот этому сучьему зверью желаю вообще бессмертия, но... Чтобы они протрезвели от того, что они сделали. И чтобы они жили вечно и угрызались, суки. Так что тут надо подумать, кто более жестокий. Я? Или те, которые просто желают им вот быстрой, хорошей, легкой смерти. А я искренне желаю жить вечно, но в трезвости. Чтоб вы стали, именно осознали то, что вы творите. Те, которые поддерживают это и которые там тявкают. Нам. Про какие-то геополитики и насколько это все правильно. Вот я вам желаю всем жить вечно. Я вам желаю протрезветь, чтобы вы доживали, не доживали, а жили вечно с пониманием, какие вы подонки. И чтобы вам сны снились каждую ночь. Каждая загубленная жизнь и как вы топили за это. А вот... А страхи, да, они есть у всех. Но не те, но не свобода слова. Там куча других страхов. Там куча других страхов.
Так, я уже прошлась и хочу погулять уже без камеры. Я вам желаю жить со светлым умом. Не камуфлируйте ничего. Разберите в свою голову. Боимся мы только того, чего мы не понимаем. В чем мы слабы. Когда мы хотим быть лучше. Когда мы хотим быть лучше, мы врем. Либо молчим. Но те, кто хочет выглядеть лучше, знайте, что истинный я всегда из вас вылезет. Рано или поздно. А в первый момент все равно между строк слышно, кто чем дышит. А если вам еще и наступят на ногу, на любимую мозоль, тут-то ваше говно и вылезет. Тут же мгновенно. Вот. В общем, живите, как знаете. Живите, как знаете. Как вам комфортно. Ой, а я пошла дальше ходить без камеры. Пока. До следующих встреч.